Какие у вас тихие улицы. У нас в Москве шум такой. Мы просто отвыкли от тишины. Ну и напрасно. В тишине лучше думается. Злючка. Все спешат, торопятся. Весь город изрыли под метро. Кругом сплошные заборы. Зато метрополитен поможет решить транспортную проблему. В трамвай не сядешь, такая давка. Вы, наверное, на машине ездите. Ну что вы, папа этого не допускает. Он стоит у моря синего. Город наш. Там усыпан мелкой галькою. Вечер будет прохладнее. А вообще, если говорить откровенно, мы, южане, любим жару. Кокетничаем, конечно. Ах, печет, ах, невыносимо. А посади нас в холод и слякоть. Ерунда! А мы и там не пропадем. Скрылись годы юности вдалеке. Даже их следа не сыщете на песке. Чтобы вернуться к месту этому, все шумом моря убаюка старый пляж. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Демосфен гудит. Пиво там дают ледяное. Распадается наша компания. Thank you.
как снаружи темно. Как на Мадаре, вот тут и трясется, смеется лезть, весело в окно. Бал на чайне наливает, и взор ее так много обещает. Он сам повара, и я, и моя Маша, рыбку скучай, мы будем до утра. Сегодня Володьку поцеловал. Скотина. А ты тоже хороша. Тебя ни на минуту нельзя оставить. Ты не оставляй. Может быть, сделаем маленький антракт? Костик! Костик, к столу! Прям как на придворном балу. Там тоже под патефон танцевали? Одна. Вы знаете, про что я говорю. Я хочу сказать тост. Постой, я коротко. У всех налито? Да. Нет. Сейчас, пожалуйста. Тихо. Мы... очень рады видеть друзей Гриши у нас в доме. Вы нам не чужие, и надо беречь эту дружбу. Она так красит жизнь. Одним словом? Подожди, я же не кончил. Да, так вот. Ну вот, сбил. Одним словом, желаю вам счастья. Ура! 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 Доктор Костанецкий, старший или младший? Имени? Берите пирог, он вкусный. Настя. Тебя звали? Танечка. Мне скучно дома одной сидеть. Танюша. Проходи, девочка. Ты очень славно придумала. Здравствуйте. 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 Гриш, я поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Вот, пожалуйста. Надо, жизнь дома стянула. Пожалуйста, проходите. Мы очень рады. Собственно, я на минутку проводить дочку домой. Пап, ну зачем ты приехал? Я же сказала, меня проводят. Ну вот, я ее постоянно смущаю. Да и действительно, со стороны должно быть, выглядит нелепо. Елена Мировна. Очень рада. Печерский Матвей Михайлович. Вот всегда прихожу отвезти дочку домой, а она уже студентка. Угу. Мне постоянно кажется, что все трамваи и автомобили мчатся прямиком на нее. Понимаю. Да, маленькие дети, да маленькие заботы. Большие дети. Пожалуйста, проходите. Как вы нашли наш город? Город славный. У папы связано с ним особые воспоминания. Он его защищал гражданскую. Освобождал? А, да. Вот как, пожалуйста. Здравствуйте. Значит, вы в прошлом военный. Члены партии моего призыва, в общем-то, все пробовали военные. Благодарю вас. Да, я в прошлом военный. А может быть, и в будущем, кто знает. Значит, вы полагаете, что ситуации... Ну, я не пророк, но ведь вы же, наверное, читали сегодня газеты. Да, да. Как же это вот своих же штурмовиков? Гитлеру все те, кто видел его в начале пути, как говорится, совсем нежелательны. А в общем-то, одни бандиты режут других. Мне кажется, что это более сложный вопрос. В данном случае говорить не о чем. Перед нами уголовники. Но вообще-то... политическому деятелю, очевидно, приходится идти на какие-то этические компромиссы. Наверное, в политике без греха не прожить. Как говорится, qui licitus est finis, etiam licent media. Да, то есть, другими словами, цель оправдывает средства.
Как вас зовут? Юра. А по отчеству? Ну, просто Юрий. А да чего же, вы же взрослый человек. Юрий Павлович. Вы взрослый человек, Юрий Павлович, но вы еще и молодой человек. У вас впереди много времени забыть эту страшную мысль. Поверьте мне, это хитрая ложь. Темные пути очень быстро подгоняют под свой цвет самую светлую цель. Откажитесь вы от этой мысли. И не обижайтесь. Да нет, я, в общем-то, не настаиваю. Вот, вот и хорошо. Дочка, пора домой. Сейчас, папа. Только один вальс. Прощальный. Дочки ваши просто очаровательны. Да ничего. Завтра. Приемный день? Да. На свете счастья нет, но есть покой и воля, как говорил Александр Сергеевич. По-моему, покой – это и есть счастье. Верно. Приемный покой. До свидания. Счастливого пути. Спасибо. Спокойной ночи. Поедем.
Не знаешь ты, что завтра суждено. Да? Сейчас. Юра какой-то. Нет, папа, у меня никаких Юр. Алло? А, с приездом. А где вы остановились? Ну, приезжайте к нам. Ну, как вам не стыдно? Пусть приезжает. Ну, это папа говорит, чтобы вы приезжали. Ну, ты как? Ну, мы вас ждем, хорошо? До свидания. Не на вокзале ж парня ночевать. Ты, дурочка, боялась. Не пугайтесь, я на одну ночь. Конечно, я могла на вокзале. Ну, завела дела. Как у вас соседи? А что? Неудобно как-то. Ну ладно, брось чепуху молоть, проходи. Тесновато у вас. Ты в Москве, моя милая. А я, видите, добилась. Перевелась. Буду кончать юридически в Москве. А что он здесь делает? Он же уехал на Дальний Восток. Уехал, работал, все шло нормально. А теперь опять ваши любимые мелодии. Строим город весенний. Надька! Ну, как там наш город-то, а? Стоит на месте. Как Таня? Учит мальчиков и девочек. Гриша первую операцию отмечал. Мы сейчас тоже отметим. Юрка-то уже в городской. А это, как тебе нравится, перевелась в Москву, представляешь? Ну, наш-то как шагает. А у тебя-то как дела? А мне похвастаться особо нечем. Да уж, набегается за целый день по наркоматам, потом дрыхнет тут у меня. Связался с какими-то изыскателями. С какими-то? Мировецкие ребята. Люда! Проходи. Ну как, узнаешь? Наденька, с приездом, спасибо. А вы, Володь, что ж не заходите? А я заходил к вашему папаше. Зря проторчал в приемной. Не обижайтесь на него. У него сейчас большие неприятности. Его сейчас исключили из партии.
Я сказала ему, что вечером буду у тебя. Обещал зайти после собрания. Сюда? Ну, просто я не думаю, чтобы он сюда зашел. Соскучился я по нашему городу. Москва такая шумная. Люда сказала, что она будет у вас. Ушла. Она должна была меня ждать. Не дождалась? Что же она? Тогда я пойду. Спокойной ночи, Матвей Михайлович. Вы уже знаете. Да. Удивительно, как меняются люди. Казалось бы, друзья жили бок о бок. Что-то говорят, говорят, по-моему, даже не вслушиваясь в то, что говорят. Мне, как коммунисту, трудно осуждать партийное собрание, Матвей Михайлович. А вы коммунист? Да. Это Надя, сестра Татьяна. Я не стыжусь своей жизни, Юрий Павлович. И желаю вам в моем возрасте сказать то же самое. Вы с ним говорили спокойно. Ложись спать. Потушите свет, пожалуйста. Мне раздеться надо. А где вы будете спать? На стульях. Смотрите. Да ладно. Юра, я тебя люблю. Я не могу больше без тебя. Слышишь?
Папа, я все знаю. Ничего. Эх, доченька. Спасибо. Может, зайдете на чашку чая? А не поздно? Да нет. Ну что ж. Нравится мне Дунаевский. Я не знаю, что говорят специалисты, но, по-моему, он как-то почувствовал молодость нашей страны. Орджоникидзе. Да. Кажется, телефон. Это дверь. Дочка, открой. Он должен обратиться в политбюро. Его там знают. К сожалению, я не член партии. Но теперь я твердо решил. Вступить в партию? Когда же вы это решили? Этой ночью. Представьте себе, да. Thank you.